Итак, мы все собрали и готовы отправляться туда. Может, не надо туда отправляться? Кто знает, что может там случиться вообще? Да что ты боишься? Они все трусы, Матроскин. Пошли, дойдем быстро и уйдем, все. Там никого не будет. Так, все, я очки одел, ты тоже одел очки? Да, одел. Так, теперь нам надо отправляться туда. Оружие есть? Да, есть. Итак, все, начинаем наш путь. Конечно, по таким сугробам вряд ли мы пойдем, потому что тут везде снег идет. Да, согласен, тяжело идти. Может, развернемся и пойдем домой? Да хватит, а, пошли уже, мы же уже начали путь, оделись уже. Эх, ладно, пошли. Вот мы уже подходим к этому, как сказать, лесу или как он называется. Нет, это, скорее всего, заброшенное здание. Да, блин, заброшенное здание, перепутал, сори. Быстрее, не отставай. Да подожди ты меня, куда ты убегаешь-то? Все, мы подошли к этому зданию. Сейчас мы найдем там сиреноголового. Тут бы там никого не было. Да чё ты ноешь, Плакса? Все, я пошел. Давай, ты со мной пойдешь? А? Нет, я лучше тут постою, знаешь? Ну ладно, стой, стой. А я пойду, трус. Не трус я. Я просто хочу сохранить свою жизнь. Вот это заброшенное здание. У-хо-хо-ха-ха-ха. Вот это хорошо. Знаете, тут так тепло, отопление как будто включено. Так. А, это чё? Это он, наконец-то. Так, где там? Ой-ой. Блин, где мое оружие? Надо так... Так, у меня в кармане где-то было. Вот мой Ай, дробовик. Иди сюда. Хотя уходи отсюда, получай. Ха-ха-ха, не подходи ко мне. О, не то подходит. Уйди. Помогите. Иди сюда, я с тобой разберусь. Нет, моя нога, нет. Что там за звуки? Надо пойти проверить. Эй, брат, с тобой там все нормально? А что случилось? Странно, сирена какая-то играет. Брат? Его дробовик? Ёпперсы. А? Там что ли мороженое приехало или что мне? Или мне слышатся какие-то звуки? Там как будто мороженое где-то там, лавка с мороженым приехала. Так, надо пойти проверить, а то я знаю, там мороженщики могут приходить, детей забирать. Твою ж. Йоколы мне пересет. Это что такое? Он жив? Надо проверить. Так. Нет, умер. Надо выживать подкрепление, это во-первых, и во-вторых, скорую. Может, там еще трупы есть. Их можно вылечить. Так, всем постам. Подкрепление на заброшенном здании быстрее. И скорую тоже. Ё-моё. Вот это еще один труп. Да, его разорвало на части. Видимо, опять мандики тут. Ё-моё. Ё-моё, уйди от меня, не подходи. На, получай. Ё-моё, ай, получай, уходи отсюда, брат. Не боится пуль, ай, вот это у него лапы. Быстрее, подкрепление, у меня тут сиреноголовый. Ой-ой-ой, получай. А, не подходи ко мне, блин, он ко мне подошел. Так, надо стрелять, уйди от меня, не подходи ко мне. Ай, он меня схватил. Ах, отпусти, нет, 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 нет. Нет, что делать? Я сказал быстрее, подкрепление! Он меня схватил, отпусти! Отпусти, но я знаю сейчас, что он будет делать.
Уйди от меня! На, получай! На, получай! Ай! Рука! На! Отпустил! Не подходи ко мне! Иди сюда! На! Хотя у меня нет оружия, но я буду сражаться! Нет, он меня чуть не распилил! Каска моя! Нет, бронежилет! Уйди! Не подходи! Быстрее! Револьвер! На, получай! На, получай! Сдохни, сдохни! Нет, револьвер! Нет! Сделал револьвер! Нет, нет, нет! Уйди от меня! Уйди, уйди, я сказал! Ой, что делать? Быстрее, подкрепление, я же говорю! Все, конец. Видимо, мне пришел. Но я буду сражаться. Иди отсюда! На, получай! Нет! 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 Уйди от меня, не подходи! Быстрее, подкрепление! Где вы? Алло, я вас давно позвал вообще-то! Босс, придитесь! Пригнулся! Стреляю! Они снова возвращаются! Я сейчас стрелять буду! Нет! Нет! Босс, что с вами? Ай, он сбегался! Получай, тварь! Не стреляйте, патроны кончились! Где вы? Я умираю, помогите! Once again, three, four, five. Так, я пришел. Ё-моё, он всех опять расстрелял. На-на-на, получай, я тебя сжигу тебя. На-на. Блин, он не горит. Ой-ой. Сгори, ну сгори, ты чё ты не горишь? Ай-яй-яй, помогите кто-нибудь. Помогите. Нет, моя рука. Ну все, хана тебе. Кидаю в тебя вирус. Насколько я знаю, если кинуть вирус, потом кинуть оживление, то он перестанет быть бессмертным. Надо это сделать, чтобы он перестал быть бессмертным. Кажется, он заразился. Это хорошо. Но теперь надо кинуть в него лечение, чтобы он меня не заразил. Получай. Фух, кажется, сработало. Надо теперь с чем-то... Нет, нет, нет! А, я ожил! Ё-моё, меня шприц вылечил! Вот это хорошо! Уйди от меня! Не подходи, не подходи! Нет! Ну все, прощай. Все, я его убил. Да. Ё-моё. Я убил его. Я убил его.